приехали в дом на улице Щипачева. Это получается, о, вот и прилетик был. Это когда прилетик был? Это летом. Здравствуйте. Смотрим, летом сюда к ним в дом уже прилетела такая гадость. Ну вот вы слышите, мы сейчас детей не будем собирать и переодеваться в Деда Мороза. Почему? Потому что, ребятки, реально будем там одевать костюм Деда Мороза. Все есть у нас только в тех местах, где более-менее безопасно. Сейчас это Петровка, сейчас идут жесточайшие обстрелы. Вот только мы были недавно на Брикетной, чуть сами под обстрел не попали. Это буквально отсюда километр. Да, да и то меньше 500 метров. И сейчас мы зайдем в подъезд и дадим просто деткам подарки к Новому году. Да что-то где-то... О! Это, наверное, сторона Александровки. Ну да, я слышу, туда на Александровку прилетает. А это всего 1,5 километра отсюда, так что не будем подвергать детей опасности. Да и меньше. Тут километр, да, или не меньше? До Александровки там сколько? Сразу вот там вот за посадкой у нас. Ага. Сразу вот здесь сразу. Я не знаю, ну да, где-то километр. С Александровки, вот когда школа работала, дети с Александровки сюда к нам в школу ездили. Ну да. Поэтому я не, это недалеко. Там, может, километр где-то. А сейчас вон там идет бой. Да. Идет штурм Маринки. То есть очень все серьезно. Да, сегодня вообще что-то опять жестко. Еще раз, вот мы сейчас в подъезде немножечко собрали деток, мы немножко дадим подарков сейчас, остальное все не разнесут по домам. Мы привезли тут здесь 50 подарочков, и пусть это будет деткам, которые живут практически на линии фронта. Это дом семейного типа, почему? Потому что здесь социальный дом, потому что здесь живут в основном многодетные семьи. И инвалиды детства. Инвалиды детства и тому прочее. То есть здесь семьи бывают даже по 11 человек. Да, детей. Да, да, да. Мама какая же мама. Ну что, давайте мы вам сейчас просто раздадим подарочки к Новому году, да? Потому что не будем долго задерживать, потому что мы понимаем, что в любой момент может даже сюда прилететь снаряд. Ну что, детки, будете подарочки получать? Да! Сейчас мы еще не переоделись в Деда Мороза Снегурочку, уже начнем в тех местах, где это возможно так делать. А это сейчас деткам раздадим подарки, постараемся это все по-быстренькому сделать, сами понимаете причины. Держите подарочки. А вот еще. У нас тут доме, видите, какие маленькие еще проживают. Да, вообще малыши. Малышечки. Что, тоже одежда? Малышки. А вот еще. А вот еще. Давай, девочка. Давайте еще вот. Держите. Так, держи. А? А, тебе? Ну, ребятки, вот мы даем вам подарочки, оставляем все. Поехали мы дальше. Почему? Потому что не будем еще раз, повторюсь, ребята, не будем задерживать и собирать в одном месте на линии фронта огромное количество детей. Хоть это и подъезд. Вот. На улице вы слышите, как громко, и даже сюда вот через стены слышно, как идут прилеты. В районе Александровки сейчас идут сильнейшие обстрелы. В общем, спасибо, друзья, вам, спасибо всем подписчикам моим, Татьяны Монтян. В общем, быть добру, а мы будем таким образом дальше ездить и поздравлять деток. Спасибо. Спасибо. Наступающим вас. И вас, детки, с наступающим. Всех благ мира. Вы нас никогда не забываете. Спасибо вам огромное. Я вас люблю. Все, будь добры, ребята. Поздравляли деток на Щипачевом, там буквально километр чуть больше. Вот прилетел снаряд на Александровку и лишил жителей жилья. А вот только что прилетел снаряд перед нами, вот он, еще дымится там где-то. Вот это Маринки. То есть туда-сюда летают снаряды.
В общем, как-то так. Здесь очень и очень весело. Дом горит. Да, дом горит. Да. Тихо, всем тихо. Летит куда-то. Шифер трещит. Ну да, шифер трещит. Смотри, дым поднимается. Да, да, вижу, вижу. Опять туда прилетела где-то. Туда полетела, в ту сторону. Да, да, да.